Ну все, наскрабировали меня. А вот в той комнатке будет счастье, да? Как ты будешь это, Кать, как называется? Так, лотос скраб. Лотос скраб. Обертывание у нас будет. Ага. Манговая. В смысле, там можно запах выбрать? Вау, волшебство. А что, могу себе позволить? А мужчины сюда приходят? А он пришел с друзьями или со своей барышней? Нет, один был. Кайфовал, да? Да. А ты его это... Да, решил попробовать, что такое. Ну, ты красивая, Катя, они к тебе пристают, наверное, да? Нет? Ой, это же все надо выбрать. Можно, да, понятно. Боже мой, вот какой кайф. Катечка. Авокадо. Авокадо, согласна. Так, авокадо. Открывай. Рисовый, не знаю, сейчас понюхаем. Интересно очень сочетание, да. Зеленый чай. О, хочу чай! Вот этот мне приколдесно тоже. А это здесь нет скрабирования, да, эффекта? Это просто крем, это да? Маска, это мы маски сейчас. А это как последняя была? Так, это кокос. Нет, кокос сразу отбой. Я знаю, я просто принесла. Вот, слушай, мы не врем, потому что он полный. Люди выбирают травку природную. Видишь, судя по тому, что вот это, да, рисовое брали. Вот мне вот это, пожалуйста, Катечка. Без. Да, смотрите, какой у нас коллекция чая здесь. Мы тут на третьем этаже, ну, в Алексеевской, 25. Кайфуем! Конкретно. И я в свой день рождения решила себя любимую вот так вот избаловать Катиным обществом. А руки у нее уверенные, она профессионал. Чаи выбираете на свой вкус. Банечка. Вот тут у нас слева русская, финская, а там хамамчик. Вот. А там арома масла. И вот видите... И маникюр, и педикюр, и Катя. Спасибо, СССР, индустрии красоты, всей Москве пример салона Афродита, моя жизнь насладита. Да.